Сегодня я приготовлю незатейливый, но при этом очень вкусный и сытный салат «Сосновый бор», для которого нам потребуется 2 отваренные картофелины среднего размера, 2 вареных яйца, огурец, 150 грамм отварной говядины, 150 грамм маринованных шампиньонов, 5 столовых ложек зеленого горошка, соль, по желанию белый молотый перец и, конечно же, майонез. Говядину нарезаем на небольшие кусочки. Отправляем в салатницу. Нарезаем картофель средними кубиками. Отправляем в салатницу. Сюда же добавляем маринованные шампиньоны и зеленый горошек. Теперь порежем яйца. Их можно порубить помельче. Дальше огурец. Режем его четверть кольцами. Закладываем огурец и яйца в салатницу. Солим по вкусу, но я думаю, чайной ложки должно хватить. Немного белого молотого перца придает приятное послевкусие салату. Заправляем майонезом и перемешиваем. В принципе, для любого блюда важна презентация, поэтому постараемся сделать блюдо красивым. Собираем салат горкой, таким вот образом. Сверху укладываем несколько кусочков шампиньонов. Блюдо протираем салфеткой. Вот так, отлично. В завершении по краю блюда посыпаем порезанной зеленью. Это может быть укроп, петрушка или же лук. Как видите, салат несложный, реально очень вкусный и сытный. Готовьте и пробуйте. Бон аппетит!